Ход весенней посевной кампании, вопросы снижения неформальной занятости и другие темы обсудили сегодня на еженедельном совещании главы правительства республики. Обо всем по порядку в нашем сюжете. Планы на этот год – засеять 281 тысячу гектаров. Это яровые, многолетние травы и кукуруза. К настоящему времени засеяно 212 тысяч гектаров. Что же касается только яровых, на 90 с лишним процентах запланированных площадей работы завершены. Традиционные лидеры – Батревский, Комсомольский, Ельчикский районы – сев уже закончили. Продолжается подкормка озимых культур. Как отметил министр сельского хозяйства, проблем не возникает. Средства господдержки перечисляются аграриям вовремя. На сегодня доведено до потребителей около миллиарда рублей, а всего запланировано 2,5 миллиарда. Глава Чувашии поручил контролировать вопросы химической обработки посевных площадей и особенно закупочных цен на молоко. Обращаются жители. Вот я был сейчас на полях, соответственно, встречался с селянами. Четко вы должны отрегулировать. У нас компаний не так много, которые на сегодняшний день нанимают там предпринимателей, которые сбором молока занимаются. Сколько их? 7, да, в республике? Основных, крупных. Вот работайте с ними, чтобы они регулировали все эти вопросы. Проблемы, связанные с неформальной занятостью населения, выходят на передний план во многих регионах. Сложностей достаточно. Это и отток рабочих рук, и выпадающие доходы бюджетов, и отсутствие каких-либо социальных гарантий для граждан, работающих по серым схемам. По сведениям Пенсионного фонда, у нас из 808,4 тысяч человек, 162 111 человек не уплачивают страховые взносы. Если рассматривать по отраслям экономики, то наибольший процент неформальной занятости, по данным Чувашстата, у нас характерен для сферы торговли, сельского хозяйства, для строительства, для транспорта, для обрабатывающих предприятий. Правительство и власти муниципалитетов развернули масштабную кампанию против неформальной занятости, когда с работником не оформляются трудовые отношения. Это и рейды по малым предприятиям, и телефоны доверия, по которым люди, получающие зарплату в конвертах, могут сообщить об этом органам власти, и множество других мер, проводимых во взаимодействии с налоговой инспекцией, службой занятости, иными структурами. Как отметил глава республики, работа эта кропотливая и ежедневная, но власти Чувашии готовы набраться терпения и решимости. Доходы граждан должны быть легальными, поскольку отчисления с них идут на обеспечение социальных гарантий. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.